Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет очень интересная серия. В этой серии расскажу про вот эту замечательную машину. Это очень редкая машина, которых мало на сервере, сколько именно я вам не скажу, но скажу примерно чуть позже. Но перед этим я хотел бы напомнить, что игра на первом сервере Мазин Холиплей, мой ник Кирилл Путбуль. Не забывайте видеть мой ник по регистрации, и также не забывайте видеть мой промокод Кирилл Гейм. За него получите неплохую сумму денег. Также не забывайте подписываться на канал, давайте попробуем до конца этого месяца набрать 15 тысяч подписчиков. Всем приятного просмотра. Давайте я сначала объясню, что это за машина. Это BVM3 кабриолет. Таких машин очень мало на сервере. Почему, я сейчас объясню. Эту машину можно было купить только тогда, когда был новогодний остров. На новогоднем острове вы могли с помощью санок фармить снежки. Эти снежки обменивать на оленей и за оленей покупать себе плюшки. Это рулетка, блат-номера, колонка, М3 и всякие КамАЗы там и так далее. Именно М3, вот это оттуда, это с новогоднего острова. Ее кто-то купил за оленей, и она была у него. Я купил эту машину, пацаны, получается, за 20 миллионов. Какие плюсы и минусы, я расскажу позже. И насчет номеров я также расскажу. На первом сервере примерно таких машин до 10 штук. Я точно не знаю, но я видел эти машины там, несколько штук. Три из них есть у нас. Это получается у меня, у Максима и у Эльдара. Есть эти М3, то есть три штуки. Они у нас одного цвета и на одинаковых дисках, если что. Также я здесь изменил номера, но об этом чуть позже. Давайте сначала вообще посмотрим, что это за машина. Расскажу там про багажничек, про ее плюшки. Я думаю, давайте сначала начнем с карпаса именно. Вот, BMW M3, получается, моя, вот, Кирилл Путбуль, владелец. Она почти стоковая, стоит только антирадар и нитро. Я ее такой купил, я не вижу смысла на нее ставить там сигнализацию, либо двигатель улучшать. У Максима и у Эльдара, у них они ФТшные, у них есть и гидравлика, у Максима есть гидравлика. Короче, у них они фуловые, то есть полный тюнинг. У меня она почти стоковая, но меня это устраивает, потому что она без чипа тоже неплохо едет. Максимальная скорость вот этого автомобиля 116 километров, это без чипа. С чипом она, по-моему, едет 130, я катался. Я, честно говоря, эту машину использую иногда для рыбалки, даже не иногда, а частенько использую для рыбалки. Либо эту BMW, либо Mercedes, я 3,3 единицы использую, потому что в Mercedes больше багажник. Здесь багажник маленький, к сожалению, всего сюда лазит 300 рыбы. Ну и дерево 300, получается, металла 300, наркотиков 400 и патронов 500. Но самое главное, это рыба. Сюда лазит 300 рыбы, но мне как бы этого хватает, но если не хватает, я в крайнем случае беру просто Mercedes. Под капотом у нас вот такая вот картина получается. Ну, не очень прорисовано, но неплохо, неплохо. Хотя бы просто не 3D-шная картинка, это уже радует. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, у нее капот должен открываться в обратную сторону. Кто знает, напишите в комментариях, как должен правильно багажник открываться. Вот так, как сейчас, либо в обратную сторону. Я просто серьезно этого не помню. Скажу сразу, что изначально эта машина мне вообще не нравилась. Я как только ее первый раз увидел, в принципе, когда она уже у людей была, эта машина, мне она почему-то не нравилась. Я считал, типа, что она дерьмовая, там, и так далее, но почему я вообще ее купил, пацаны? Купил я ее, если что, за 20 миллионов. Не знаю, говорил я или нет, но купил я эту машину за 20 миллионов. Получается, я тогда домами обменялся, у меня было сколько? Я не помню, сколько у меня было. 12 миллионов, и я продал, пацаны, свой X5M Максиму. Максим уже его продал, в принципе. Да, X5 был классный, но хотелось как бы вот эту машину. Почему я купил именно вот эту машину? Я хотел вообще либо i8 купить, либо Rolls-Royce купить там и так далее, но как бы я захотел чего-то уникального. Того, чего нету у других игроков. И я искал вот такую вот BMW и все-таки ее нашел. Да, я поспешил с покупкой, потому что, например, вон Эльдар купил такую же BMW за 20 миллионов ФТшную на красных номерах. А я эту стоковую купил, получается, за 20 миллионов. А он за 20 миллионов купил ФТшную, да еще и с красными номерами.
Давайте теперь я вам расскажу про номера. Когда я купил машину, на ней были совсем другие номера. На ней были номера ММК 3 тройки, то есть типа МК 3 тройки. Но эти номера мне не нравились, поэтому я купил номер, получается, на машину у чувака из рулетки. И поставил вот такие вот номера 3В887. Кто не знает, мои самые любимые номера это 3В38, но, во-первых, их не продают, а если даже продают, то дорого. Поэтому я решил поставить 3В887. И также Эльдар и Максим поставили похожие номера. У Максима сейчас получается машина Эльдара, они там поменялись. У него сейчас номера стоят 3К887, то есть мы поставили одинаковые цифры. А у Эльдара сейчас 3КС887. Короче, мы сделали похожие номера, у нас машины абсолютно с ними одинаковые, на одинаковых дисках и одинакового цвета. Это выглядит очень круто, пацаны. Давайте теперь поговорим про плюсы данного автомобиля. Это плюсы чисто сугубо мои, как бы, я не знаю, возможно для вас это не плюсы, для меня это плюсы. Как бы их несколько. Во-первых, это кабриолет, то есть это будет прикольно ездить, там кабриолет, все дела. Это такой, ну, небольшой плюсик, но плюсик, короче. Второй плюсик то, что за счет того, что это кабриолет, вы просто можете вот так вот напросто запрыгнуть в машину. То есть вам не нужно открывать дверь и закрывать ее. Вы просто за секунду запрыгиваете и можете ехать. Мне кажется, это даже очень неплохой плюс. Еще один плюс этого автомобиля в том, что он ест бензин, получается, 92-й бензин, он самый дешевый. Я на нем могу целый день ездить, и я его почти вообще заправлять не буду, понимаете? Этот бензин самый дешевый. По-моему, полный бак этого бензина там 3500 стоит всего лишь. Это довольно-таки мало. Вот это были, получается, три основных плюса этой машины. Ну, еще это уникальность, то, что, типа, вот у вас машины, которых там всего 10 штук на сервере. Именно на первом сервере. За остальные сервера я, пацаны, не знаю. Целостность у нее сейчас 90, хотя, когда я купил, целка была 96, но это я уже ее подбил, так сказать. В целом, мне машина очень нравится, я реально кайфую на ней ездить, в принципе. Я на ней постоянно катаюсь, это сейчас моя, грубо говоря, основная машина, потому что, ну, ей реально кайфово ездить. Вот внешне она мне не совсем нравится. Вообще она мне не нравилась из-за того, что это кабриолет. Но потом, когда я на ней поездил, как бы, когда я уже купил. До того, как я ее купил, я тоже считал ее не очень, типа, но, типа, хотелось что-то новенького. Такого, чего еще не было. И поэтому я купил себе эту машину. Морда у нее прям очень красивая, но согласитесь, мордашка прям, персик просто. Сбоку тоже неплохо так выглядит, тем более на этих дисках. Если что, пацаны, это не стоковые диски, я их поставил в тюнинге. А вот жопа, ну, такое себе на самом деле. Жопа мне как-то не очень нравится. Да, есть с ним что-то такое интересное, но мне больше всего морда нравится и сбоку машина классно выглядит. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Я вам чисто рассказал про эту машину, то, что это реально уникальная тачка, которую, ну, не то, что трудно купить. Я думаю, можно купить. Ее продают в районе, там, 20-30 миллионов. Это на первом сервере, на остальных я не знаю, честно говоря. Возможно, эта машина вырастет в цене, я этого не знаю, как бы. Возможно, да, она подорожает, там будет стоить, например, 50 миллионов. Ну, там, 50, там, 40 миллионов. Возможно, да, подорожает, но продавать я ее не собираюсь. Тем более, номера вот такие вот поставил прикольные. Если что, пацаны, эту машину в автосон добавлять не будут. Я уже узнавал, в принципе, поэтому можете не рассчитывать на то, что она появится в автосалоне. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. Show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party. We show up in the party. Show up in the party. We show up in the party.